В этом видео хочу поговорить про СДВГ у подростков. Ни для кого не секрет, что современные зумеры — это поколение гаджетов. Только не надо мне говорить, что зумеры — это, между прочим, поколение с 97 по 2012 годы. А дальше это уже поколение альфа, и вообще ты сам зумер. Скажу сразу, мне плевать на все эти условности из разряда «кусает не комара, а комариха». В интернет-лексиконе так сложилось, что зумерками принято называть прежде всего тепличных изнеженных подростков, подверженных современным трендам. Поэтому я и называю зумерами исключительно подростков. И, кстати, раз уж на то пошло, учитывая, насколько именно последние 20 лет мир быстро менялся, между человеком 97 года и 2012 будет такая ментальная пропасть, что одним поколением их назвать нельзя от слова совсем. С этим определились, вернемся к теме. Так вот, современные зумеры, да и люди постарше в том числе, просто не могут представить свою жизнь без гаджетов. Каждый день мы натурально перенасыщаемся разного рода информацией, что для поколения наших родителей было немыслимо. Хочешь послушать музыку? Пожалуйста, есть куча стриминговых сервисов. Тебе уже не нужно оббегать все музыкальные точки в своем городе или ехать в другой, чтобы найти кассету с альбомом любимой группы. Хочешь узнать, как правильно жарить пельмени? Пожалуйста, открываешь YouTube и смотришь туториал. Больше не нужно коллекционировать журналы или ждать кулинарное шоу на телеке. И таких примеров, насколько сильно гаджеты облегчают нам жизнь, можно привести еще массу. Но есть и другая сторона медали, от частого нахождения в интернете и переизбытка информации, а если говорить более хитровыебанным языком, от постоянной дозы быстрого дофамина, получаемого в результате прокрутки видосиков в ТикТоке или ленты в Телеграме, человек, а особенно этому подвержены подростки, теряет свои базовые когнитивные функции, а именно усидчивость, работоспособность и долгую концентрацию внимания на чем-то одном. Я не раз замечал, когда я выкладываю какие-то длинные посты в Телеграм-канале, выкладываю видео с более серьезной подачей, моя аудитория малолеток просто не в состоянии это переварить и попросту подобные скипают. Объясняется это клиповым мышлением, а также банальным нежеланием напрягать мозг, чтобы подумать и разобраться в чем-то более сложном. Ведь зумеры привыкли, что в 10-секундных тиктоках им все подается на блюдечке с голубой каемочкой. А именно кратко, сжато, с постоянной динамикой и меняющимися картинками для лучшего восприятия. Мне даже страшно представить, как у нынешних подростков это отражается на их учебе. Ведь на уроке нужно сидеть и постоянно концентрировать внимание на учителя. И не сказать, что большинство учителей у нас будут во время урока включать геймплей Subway Surf на смарт-доске. А как школьники будут готовиться к экзаменам, где нужна куда больше усидчивость, я даже фантазировать боюсь. Тогда для таких, как вы, есть отличное решение — онлайн-школа Сотка, которая на данный момент является одной из лучших школ для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Все занятия проходят онлайн, в комфортной обстановке. Обучают тебя молодые энергичные преподаватели, которые найдут подход к каждому ученику. Проверка домашки в среднем занимает не более 20 минут, а каждый месяц ты пишешь пробник, чтобы закрепить свои пробелы в знаниях. Плюс ко всему, у тебя будет свой персональный помощник, который 24/7 оперативно решит любую возникшую трудность. Но если сдать ЕГЭ на приемлемый балл для тебя не самая сильная мотивация, то спешу тебя обрадовать, что Сотка в конце учебного года проводит розыгрыш «Ламбы, мать его, Хуракан». И все, что тебе для этого нужно, это самому обучаться в Сотке и приглашать туда как можно больше своих друзей, чтобы повысить шансы на выигрыш. Но даже если выиграть ламбу у тебя не получится, все равно за каждого приведенного друга ты получишь халявный косарик. Причем мой вам совет, готовиться лучше начинать уже сегодня. Тем более, что по моему промокоду Маразм122 ты получишь скидку на обучение. А если ты еще сомневаешься, то ты всегда сможешь записаться на первый бесплатный вводный урок, чтобы развеять сомнения. Так что переходи по ссылочке в описании или QR-коду на экране и начинай готовиться к экзаменам вместе с Соткой уже сегодня. Однако все пошло куда дальше. Вы наверняка, когда листаете ленту тиктоков, ютуб-шортсов, натыкаетесь на дебильные ролики следующего типа, в которых экран разделен на две части, где сверху основная часть видео, а снизу какая-то хуйта по типу антистрессов, гонок в GTA Online, спидранов по картам в Майнкрафте, Subway Surfers и прочая подобная закупа. Изначально это делалось для того, чтобы обойти авторские права, но потом контент-мейкеры смекнули, что это отличный способ удерживать внимание современных зумеров. В принципе, такое было всегда, да камон, еще в 2014 году все ютуберы с закадровым голосом использовали геймплей из CSGO или Battlefield на фоне. Однако сейчас уже даже стримеры, которые вроде как показывают свое лицо, вставляют эту хуйню с антистрессом в углу экрана. Если что, стримеры без негатива, я вас не осуждаю. Очевидно, что делается это исключительно для удержания аудитории. Ведь современным зумерам очень тяжело концентрироваться на чем-то более статичном дольше 10 секунд, а смотреть на какую-нибудь залипательную подботу куда интереснее. Сюда же можно отнести эдиты по фильмам и сериалам, где каждое слово персонажа сопровождается всплывающим субтитром. Вот только не надо мне говорить, что это делается
пользуется для тех, кто не может посмотреть со звуком. А то мне малолетки уже писали такие оправдания. Во-первых, для таких дебилов, как вы, изобрели наушники. А во-вторых, для глухих людей обычно вставляются субтитры такого формата. А выпрыгивающий текст на полэкрана добавляется именно для таких же умственно отсталых, которые без динамичной картинки не могут долго удерживать внимание. И вот, казалось бы, все логично. Современный подросток перенасыщается информацией в интернете, листает ленту ТикТока 24/7, получает быструю дозу дофамина, и от этого у него пропадает усидчивость, работоспособность и долгая концентрация внимания на чем-то одном. Однако зумерки, вместо того, чтобы признать истинную причину своих отклонений, придумали себе целую болезнь под названием СДВГ. Расшифровывается это как синдром дефицита внимания и гиперактивности. То есть вы поняли, да, рассеянный пичук, которому, чтобы сконцентрировать внимание на видосе, нужна снизу какая-то хута со спидраном по Майнкрафту? У нас теперь называется не просто тиктокерский зомби-наркоман, а бедненький СДВГшник. Ну что если я скажу вам, что нет у вас никакого СДВГ? И то, что вы этим называете, никаким СДВГ по факту не является. Более того, приглашу человека, реально страдающего этим диагнозом. А в конце ролика еще и дам вам отличнейший совет, как то, что вы называете СДВГ, вылечить буквально за неделю. Как я уже и сказал, расшифровывается СДВГ как синдром дефицита внимания и гиперактивности. Его основные симптомы заключаются в неусидчивости, импульсивности, игнорировании общепринятых норм и правил поведения, наличии проблем со сном, склонности к одновременному выполнению без завершения сразу нескольких заданий. На самом деле симптомов еще больше, я перечислил лишь основные. И, наконец, самое главное. Согласно клиническим исследованиям, это очень редкий диагноз. Встречается он только у 7% детей и только у 3% взрослых, так как с возрастом у большинства людей он полностью исчезает. И под словом «детей» я имею в виду не подростков, а маленьких детишек 5-10 лет, которые только приобретают базовые когнитивные функции. И для того, чтобы этот очень редкий, повторюсь, диагноз поставить взрослому человеку, он должен, во-первых, быть уже выявлен у конкретного человека в детстве, а открою вам секрет, эта патология наследуемая, а не приобретенная, а также должны проводиться долгие наблюдения, дабы выявить, что со взрослением у конкретного человека диагноз никуда не исчез. И только так опытные психиатры ставят этот диагноз. Хотя сейчас понаплодилось огромное количество горе-психологов-шарлатанов, которым, видимо, очень хочется выкачать побольше денег с родителей, и которые ставят ребеночку диагноз СДВГ. Уважаемые мамаши, если вы встретите такого психолога, бегите от него лесом, потому что данный диагноз, так же как и депрессию, ставит психиатр. И уж точно не за один сеанс наблюдений. А если вам этот диагноз поставил психолог, это значит, что либо он не слишком компетентен, либо он просто хочет побольше выкачать с вас бабла. Мне так повезло, в рамках этого ролика я имею в виду, что у меня есть близкий кореш всего на год младше меня, который по-настоящему страдает СДВГ. Ему этот диагноз поставил психиатр еще во втором классе, для справочки, когда ни у кого еще не было смартфонов, и подтвердили во взрослом возрасте. И вот что он про это думает. СДВГ — это болезнь, которая передается по наследству. Это не приобретенная херня. Нельзя просто типа сидеть и такой: «Оп, у меня СДВГ». Нет, это не так работает. Ты либо рождаешься с этим, либо ты, ну, типа, не живешь так, как живут СДВГшники. Человек, который не может сконцентрироваться на одном видосе, это не СДВГшник. Это просто дебил, который сидит, и он зависим от интернета, и не более того. У тебя нет такого, что ты сидишь там и такой: «О, я смотрю один видос, надо смотреть параллельно второй видос, чтобы понимать, что происходит в первом видосе». Вот. Нет, такого нет. Ты не можешь сконцентрироваться ни на чем в повседневной жизни. Я когда езжу на машине, записываю ролики, монтирую их, ну, тут все совершенно по-другому. Ты не можешь воспринимать реальность так, как она выглядит на самом деле. Ты не фокусируешься ни на чем. Что в школе ты фокусируешься там, условно говоря, на словах учителя только благодаря тому, что трясешь ногой. Ну, невозможно это приобрести. Это исключительно, ну, врожденное заболевание. Кстати, если вы не узнали по голосу, это челик с канала Клоун. Добавлю с его позволения еще и от себя. Регулярно, когда мы с ним тусим, я за ним замечаю, что он путается в своих мыслях, через секунду может забыть, зачем он вообще пошел, либо же порой происходит гиперкомпенсация внимания на чем-то конкретном. Также с его слов у него регулярно случаются бессонницы. И это и есть СДВГ, которое выражается во всех аспектах повседневной жизни с раннего детства. А то, что происходит у современных зумерков, это банальная интернет-зависимость, не иначе по-другому. Потому что тогда, когда ты часами листаешь ленту в ТикТоке, шорцах, рилсах, ты от динамичного, часто меняющегося изображения получаешь дозу быстрого дофамина. И таким образом со временем у тебя развивается клиповое мышление. То есть для фокусировки твоего внимания обязательно нужна динамичная картинка. Ты уже не получаешь удовольствия от какого-то спокойного, размеренного видеоряда. А уж про длинные тексты, которые еще и нужно читать, я вообще молчу. Но это никак не связано с СДВГ. СДВГшник даже на таких роликах, где вроде как движущаяся динамичная картинка, не может свое внимание сконцентрировать. Больше вам скажу, даже я ощущаю на себе все те симптомы, которые вы себе приписываете как СДВГшные. Например, когда я открываю какой-нибудь фильм, сериал или видос на ютубе, я не могу сконцентрироваться только на нем. Я начинаю смотреть его на X2, слушать его фоном и параллельно с ним запускать какую-нибудь игру на мобилке.
Я не могу себя заставить сесть за видос и постоянно на что-то отвлекаюсь. Но это не СДВГ, это банальная интернет-зависимость. Когда в результате неограниченного потребления информации, у тебя возникает нужда в постоянной дозе быстрого дофамина. И от того, что ты постоянно смотришь короткие ролики с динамичной картинкой, ты не можешь сконцентрироваться или не получаешь удовольствие от каких-то спокойных размеренных вещей. Например, ты не можешь не отвлекаться, когда смотришь кино, хотя это вроде как проведение досуга. Ты не можешь смотреть фильм на обычной скорости. Похожи ли в чем-то эти симптомы на СДВГ? Да, похоже. Но причиной такого поведения с вашей стороны служит не крайне редкий диагноз, а банальная зависимость вашего мозга от дозы быстрого дофамина. Знаете, какая аналогия сюда идеально подойдет? Вот есть наркоман, который регулярно употребляет то, что не нужно употреблять, и от этого у него тормозит мозговая деятельность. А есть аутист, который с детства страдал этим тяжелым диагнозом. Симптомы в поведении у них могут быть похожими. Только если вот наркоман возьмется за свое здоровье, очистит свой организм, бросит вещества, он вполне себе сможет стать нормальным трезвомыслящим человеком. Там, смотря на какой он стадии, если мозг еще до конца не высушен. А тот же аутизм, который я привел в пример выше, это неизлечимое расстройство, вот и вся разница. Надеюсь, вы понимаете, да, к чему я клоню? Все ваше СДВГ в кавычках, которое вы так яро пытаетесь себе приписать, и которое на самом деле таковым не является, лечится буквально за одну неделю. Старайтесь хотя бы неделю пользоваться гаджетом по минимуму, перестаньте в целом листать тиктоки, шорты и рилсы, пытайтесь больше смотреть длинные серьезные ролики со спокойной картинкой или читать длинные текста. Пока вы делаете уроки, купите себе для телефона, не знаю, там закрывающийся чехол с таймером. Такие есть вроде, насколько я знаю. И все ваше СДВГ очень быстро улетучится, поверьте, я уже такой эксперимент проводил. И самое главное, перестаньте придумывать себе редкие психические расстройства, которых у вас нет. И просто признайте, что вы обычные тиктокерские зомби с клиповым мышлением, у которых достаточно на недельку отобрать смартфон, запереть в комнате с книжками. И каким-то чудесным образом ваше СДВГ пройдет. Кстати, сюда же можно и отнести подростков, которые ноют, что у них депрессия. Хоть это и тема для отдельного ролика, но вкратце вам скажу, что депрессия — это не когда мама отобрала одноразку, или Машенька из параллельного класса тебя бросила. Ты смотришь в окно, и тебе грустненько. А потом, когда Машенька написала «Прости, я была не права, хочу вернуться», резко твоя депрессия куда-то испарилась. Депрессия — это серьезное расстройство, которое ставится психиатром и лечится медикаментозно. Так что перестаньте придумывать себе заболевания, которых у вас нет, тем самым обесценивая людей с реальными психическими расстройствами. Ограничьте себя в использовании гаджетов, больше общайтесь и тусите с корешами в реальной жизни, и все у вас будет чики-пуки. На этом у меня все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно жмякайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео.